Что будет, если пить воду каждый день? Ты похудеешь, кожа станет чистой и сохранит молодость дольше. Нормализуется работа организма, будут выводиться токсины, и твой сон станет крепче. Твое настроение станет более веселым. Во сколько лет ты узнал, что читать стихи, стоя на табуретке, принято для того, что если гостям не понравятся твои стихи, легким движением ноги они могут выбить табуреточку и закончить вечер поэзии. Попробуй найти всех животных, на этих фотографиях и напиши сколько баллов ты набрал. Это первый уровень и здесь насекомое очень необычно спряталось. Но это насекомое сейчас не смогло от нас скрыться, поэтому ставим себе первый балл. Уровень 2 и тут за нами с интересом наблюдает обитатель зимнего леса. Ему даже не нужно прятаться, потому что он хорошо сливается со снегом и его не видно. Но я уверена, что ты его увидел, поэтому ставь себе еще один балл. А на третьем уровне среди камней кажется прячется Детеныш, который ищет свою маму. Он кажется маленьким и совсем беззащитным, но нам не стоит за него переживать. Но мама находится совсем рядом и не даст его в обиду. Если нашел, ставь себе еще один балл. Четвертый уровень последний. И тут спрятался один грозный зверь, который, возможно, живет дома у вас, выслеживая свою любимую добычу птиц или мышей. И пока ты ищешь, подпишись на канал, ставь себе четвертый балл и пиши результат.